Я познакомился с Андреем около 5 лет. Меня познакомил Владимир Наумов, режиссер. Он позвонил мне, говорит, это был субботний день. Говорит, Таир, я хочу с тобой поехать к моему другу, художнику. И мы поехали, это было за городом. Я впервые окунулся вот в творчество Андрея. У него свое видение мира, свое видение, знаете, портретируемых людей, известных людей. Он портреты приводит к какому-то знаковому состоянию. Каждый человек выглядит у него как вся жизнь и его сходство. И Сионов современный художник, художник, чувствующий пульс времени. И я думаю, что у него еще многое впереди. Знаете, об Андрее Сионове это говорить одно удовольствие, потому что художник очень масштабный, очень большим, большим мощным потенциалом, человек, который решает проблему ментально. Если он ставит перед собой задачу, он ее решает очень быстро. Живописец, блестящий живописец, он чувствует очень здорово форму, цвет, композиция, совершенно новейшая композиция. После этого сейчас посмотрел его выставку, и обалдел совершенно от красоты, от удивительной неожиданности решений, мифических сюжетов. Хотя бы сотворение мира, там, не знаю, ад и рай. То есть совершенно удивительные вещи, которые позволяют совершенно, знаете, вот переворачивать сознание. Серия его 12 апостолов, да, среди которых я попал тоже сам. Эти апостолы меня совершенно потрясли. Совершенно удивительно. Человек, который создал определенный вот миф вокруг каждого апостола. Заходишь в эту выставку и сразу понимаешь разницу между фотографией и картинкой. Фотография, она очень четкая, она соображает то, что есть. Но без духа, без души, без чувства. А эти акварели, картинки, рисунки, это действительно видно, как вложили в этот дух, и это чувствуется. Когда смотришь на эти картинки, чувствуешь, как это живой организм, который еще хочет что-то рассказать, передать, и уважение к религиям, уважение к ценностям. Я думаю, что то, что сегодня в России и религии живут вместе, и есть такое взаимопонимание, это важный залог в будущее. Я думаю, что сегодня в этой экспозиции есть тоже большой залог, то, что будущее России, он светлый, и позитивное. Я рад, что я побывал, и рад, что действительно есть такие люди вокруг нас, которые так живут с этими ценностями, которые есть главным в жизни.
вообще трудно говорить про Андрея Есенина, потому что его просто трудно описать. Вот я чувствую, что слов не хватает. У него удивительный, сильный, гибкий и какой-то такой необычный характер. Он пытается создать новый вариант большой религиозно-философской картины. Он пытается создавать эти самые свои театрально-литературные портреты. Портреты биографии, портреты загадки, портреты шарады. Интереснейший такой вид. Никто этого не делает. И, наконец, он работает над своими легкими, воздушными, беззаботными акварелями, на которые хочется смотреть и глубоко-глубоко дышать. Собственно говоря, я сейчас перечислил трех замечательных мастеров, которые соединяются в лице одного Андрея Есенина. Как это возможно, я не знаю. Что будет с ним дальше, я тоже не знаю. Но я полон надежды, я поздравляю и радуюсь тому, что я и мы все являемся его современниками. Поздравляю вас, Андрей Петрович. Поздравляю.